Всем привет! Сегодня мы завершаем проходить четвертую кампанию из пяти кампаний в игре «Фронтовая команда в Африке». На задание уничтожьте танк Герта Зорга и его конвой. Не знаю, будет ли на время это, потому что я с утра убил несколько своих сердечных нервных клеток, выполняя заказы на время. Деньги на прокачку нужды. Немцы не собираются сдавать аэропорт без боя. Герт Зорг набрал туда танки, чтобы отбить нашу атаку. У нас есть шанс ослабить бронетехнику противника с этой стороны аэропорта. Тогда Герт Зорг будет вынужден сделать выбор, либо вступить в бой с нами, либо сдать аэропорт. Но будьте осторожны, там расположились вражеские снайперы, которые не дают нам провести разведку. Так что мы не знаем, что нас там ждет. Но мы должны пойти на риск. Нельзя позволить Зоргу удерживать аэропорт. Сори. Хорошо, что не на время. Так, командир легиона. Так, легионер. Егерь. Вот один. Так. Два. Три. Потому что я не все равно промазал. Если максимальное увеличение, то все равно то не успел бы с меня цель выстрелить. Пришлось вот одному в голову, другому в колено, другому в тело. Главное выжить. Вот егерей очень легко убивать, не то что легионеров. И вот этих вот чуваков. Тяжелых пехотинцев, кажись. Лучше лишний раз не высовываться, то и пулю можно схлопотать. Ты тут с гранатометом уселся? Слушайте, сэр, вы засранец. Давай, стреляй. Промазал. Так, лучше лишний раз боеприпасы не тратить. Хотя они тут бесконечные. Лучше, да и вправду, лишний раз не высовываться. Так, кого-то нужно убивать там. Жизнь танки опять на время, наверное. А, нет. Не на время. Это хорошо. Да я вот тут вспомнил, что больше миссий на время не будет по сюжету. Опаньки. Второй. Еще один привет.
Остался последний танк. Есть. Победа. Выжить. Выжил все-таки. Ну, чтение миссии на время. Победа. Вау, сколько денег дали. Ну, точно, наверное, экипировку следующую хватит. Ну что ж, на этом у меня все. В следующих сериях мы будем покорять Африку. Эльзас. Это, кажется, во Франции. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.